Меня зовут Александр Острогорский, я преподаю в Московской архитектурной школе «Марш», и мы рады приветствовать вас на последнем мероприятии симпозиума, который проходит в рамках выставки «НР по следам города будущего». И я, наверное, начну с того, что я представлю гостей, потом коротко обозначу какие-то темы, которые хотелось бы в рамках этой встречи обсудить, и потом мы, я уверен, интенсивно и интересно будем общаться и эти темы обсуждать. Значит, представляю гостей. Рядом со мной сидит Зоя Васильевна Харитонова, участник проекта НР и архитектор. Значит, рядом с Зоей Васильевной сидит Жан-Луи Коэн, профессор Института изящных искусств Университета Нью-Йорка и Принстонского университета. Рядом с Жаном Луикоиным сидит Олег Артемович Баевский, городской планировщик, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ. За ним сидит Андрей Владимирович Боков, архитектор и тоже преподаватель, академик РАСН, вице-президент Союза архитекторов. Рядом с Андреем Владимировичем сидит Сергей Ситар, тоже преподаватель Московской архитектурной школы «Марш», архитектор, теоретик архитектуры. И замыкает эту рассадку Михаил Германович Кристман, кандидат технических наук и главный инженер Института генплана Москвы. Наша встреча называется «Вклад НР в теорию о городе», и мне кажется, это довольно интересное название. Оно, конечно, отражает идею самой выставки, идею этого проекта возвращения, скажем так, да, восстановления некоторого знания о НРе, о том, что это было за масштабное, глубокое, интересное событие в отечественной архитектуре и что оно могло бы для нас значить. В то же время, мне кажется, довольно интересно, эта формулировка подразумевает существование некой целостной теории о городе, в которую мы все время что-то вкладываем, как на некий банковский счет. Тогда как, в действительности, я думаю, мы все с этим согласимся, такой целостной теории нету, а наоборот, есть разные теории о городе, которые возникают во времени и проходят, и принадлежат отдельным каким-то поколениям и ситуациям. И в этом смысле взаимоотношения между этими разными теориями или разными поколениями, они могут быть довольно разными, в том числе и отношения отрицания или забвения, или наоборот, возвращения к чему-то. И мы знаем, что, например, упомянутые в начале этой экспозиции такие синонимичные, да, скажем так, о чем мы будем еще обязательно говорить, НЭРу проекты, как Аркиграм или японские метаболисты, тоже возвращались и переоткрывались разными современными архитекторами. Таким образом, каждый раз их наследие как-то перепрочитывалось, актуализировалось. Этот вклад, в общем, делался заново каждый раз, когда к этой какой-либо истории возвращается. Мы, может быть, делаем это в первый раз. Поэтому нам, наверное, надо будет отвечать на вопрос не только о том, что такое НР или кто такие НР, но и о том, кто такие мы и чего мы, собственно, хотим сейчас, когда делаем эту выставку и обсуждаем эти вопросы. Что для нас это значит? И этот разговор я, собственно, и хотел построить таким образом, двигаясь от истории НР, от возникновения НР к нам, обсуждать какие-то ключевые для этого сюжета вопросы. И вполне естественно будет начать непосредственно с участника событий, с Зои Васильевны. Сейчас я включу микрофон. И мы с вами уже начали перед этой встречей обсуждать этот вопрос. Как вам кажется, что случилось с этим проектом? Стал ли он частью следующих поколений проектировщиков и архитекторов? Относятся или относились ли они к нему так, как действительно относятся к чему-то важному, что является наследием, что должно быть использовано, быть частью практики? Как вам кажется, как отнеслись следующие поколения архитекторов к тому, что вы сделали? К следующим поколениям у меня нет никаких претензий. Они живут своим днем и своим умом. И, в общем, к сожалению, у нас мало изучают опыт прошлый. Я вот о себе скажу, что я до сегодняшнего дня изучаю генплан Москвы 1935 года. Я поклоняюсь этому генплану,
И я вижу до сегодняшнего дня, я нахожу в нем ответы на некоторые вопросы. Но это я так вот интересуюсь. А знают ли все присутствующие здесь, как выглядит этот генплан 35-го года? Поэтому что тут скажешь? Значит, что я понимаю, почему он сегодня вдруг, мне кажется, очень актуально, эта выставка. Совершенно неожиданно для меня, что уже новое поколение, это взрослые дети, наши, мои дети, вдруг решили к этому обратиться. Вы знаете, сегодня, значит, 68-й год. 68-й год, когда мы выставили вот эту работу особенно обширно в Милане, делали ее для миланской выставки, тогда шли страшные волнения во Франции и в Италии, были страшные студенческие волнения. Сегодня вдруг, смотрите, какое совпадение, сегодня опять идут волнения студенческие, и не только студенческие, там и взрослые люди волнуются. И вы знаете, что я услышала из телевизора? Услышала, что почему они волнуются? Им надоел капитализм. Им надоел капитализм, вы понимаете? А мы, когда делали свою работу, особенно вот первую, самую дипломную, в 60-м году было объявлено торжественно, что в 80-м году случится коммунизм. Это было настолько торжественно объявлено, и вообще это слышалось из каждого репродуктора, что мы стали думать, как будет организована жизнь при коммунизме. Причем мы понимали, что надо заниматься социологией, что надо изучить общество прежде всего. Как будет жить общество, где оно будет работать, отдыхать, трудиться, какие им необходимы масштабы города для того, чтобы быть самодостаточными. Вот, вы представляете, и вдруг сегодня, да, а когда вышла наша книга, в 66-м году мы ее написали, а в 67-м году она уже стала в Европе, переведена была на итальянский язык, потом английский язык позже. Вы знаете, что самое интересное? Что мир впервые прочитал и узнал, что такое социализм. Что такое социализм? Потому что у нас очень серьезные были тексты там, очень серьезные исследования социальные. Мало того, с нами работал очень такой уважаемый социолог по фамилии Дементон, Георгий Дементон, который был влюблен совершенно в нашу работу и сделал свои диссертации, кандидатскую, докторскую на эту тему. Так вот, что я должна сказать, что после того, как мы сделали НЭР в 68-м году, потом в 70-м году он попал в Японию. Причем, как интересно, мы сделали чертежи и отправили их туда, в Японию. И японцы уже там собрали наш макет и выставили в самом главном павильоне Кензо-Танги, построенном Кензо-Танги. Понимаете, Кензо-Танги пригласил нашу группу выставить там. То есть наша идея, вот эта выраженная в графике, да, и в текстах, она вдруг захватила мир. Мало того, выяснилось, что параллельно с нами и европейцы тоже занимаются поисками идеального города. И у нас в Москве были группы, которые тоже занимались поисками идеального города.
Вот. И потом, когда мы оказались уже на реальной работе, мы с Гутновым, например, в частности, Гутнов у нас новоположник вообще всей нашей группы, и, так вот мы с ним проектировали и построили громадный микрорайон в Москве. Очень красивый микрорайон, но мы уже умели и понимали, что надо делать неформально, а надо очень хорошо изучить под основу этого всего, и социальную, и природную, там, и так далее. Вот. И мы построили микрорайон, а потом нас пригласил главный архитектор города, пригласил нас, он создал специальный научный отдел, значит, руководитель был Гутнов, научный отдел, который должен был разработать методику реконструкции исторической городской среды. И мы это сделали, издали книги, прекрасные книги, они у меня лежат, вот, посвященные методике реконструкции, потому что в то время, в 1972 году, город был, старый город был брошен совершенно, им никто не занимался. Все строили только спальные районы, вот эти вокруг, колоссальные микрорайоны, все мы проектировали и строили. А на город никто не обращал внимания, он был в плохом состоянии очень. Вот часть его сломали ради Нового Арбата. Да, я бы вклинился, знаете почему? Вы затронули очень важный вопрос, который связан с образованием, и я хотел бы здесь... не упускает возможности спросить у Жан-Луи Коэна, задать вопрос. Вы, Зоя Васильевна, стали говорить про образование советское, бесплатное, которое было в Мархи, и про ваше как бы, желание, да, там, создать какую-то концепцию города, которая соответствовала бы социализму или коммунизму в будущем. И немедленно возникает вопрос, студенты ваши же, которые учатся в университете Нью-Йорка и Принстонском университете, и которые платят довольно большие деньги за то, чтобы учиться, правильно я понимаю? В какой степени они заинтересованы в будущем? Это не совсем правильно, это карикатура, потому что в Америке, например, в Принстоне, и вот Маша Пантелей очень хорошо это знает, студенты, которые в мастерс-программе или в PhD, не платят. Ну, вне зависимости. Очень, очень большие системы стипендий. Это значит, что в начале, в первые курсы очень дорого стать не для всех, но это, все, да. Это сложная система. Я считаю, что в 20-х когда в Советском Союзе попробовали построить социализм в одном стране, и теперь иногда у меня впечатление, что эта идея – это капитализм в одном стране, в одной стране, так как опыт капитализма не существовал бы. Я, вне зависимости от этого, я хотел спросить у вас, как вам кажется интерес современных студентов к не только, наверное, но вообще к проектам 60-х, 70-х годов, к этой истории критики и капитализма, и, допустим, функционалистского подхода к городу, с чем он там связан? Связан ли он, как в рассказе Зои Васильевны, с идеей какого-то более справедливого устройства общества сегодня с критикой капитализма или нет? Я не... Вот это мир... Наш мир очень сложный. У меня опыт архитектурной школы, например, в Америке, потому что я преподаю в Принстоне и часто бываю в других школах. У меня впечатление, что современные студенты в Америке имеют большие социальные идеи.
Вообще, даже и это преимущество архитектурной школы, если сравнить с другими вузами, это может быть иллюзия, что архитектор сможет менять общество. У инженеров ничего такого не существует. Инженеры ищут хорошие решения, самые современные и модные решения, но у них такого представления нету. И в этом контексте это видно, что много в сегодняшних школах много речь идет довольно много о утопиях 60-х. Архиграмм, конечно, для разных причин. Во-первых, потому что основатели архиграмма, начиная с Питером Куком, еще очень активны. Очень активны и дальше строят, или строят, потому что они тогда ничего не строили. Есть тоже большой интерес к проектам, как «Новый Бабилон», который показан на выставке среди многих книг. Есть тоже присутствие суперстудио или других итальянских групп. Была недавно выставка в Монреале и в Италии. Есть присутствие работы Клода Паран, потому что Паран были целый ряд учеников, как, например, Жан Нувел. Я сказал бы, что очень важно видеть, что много из этих протагонистов еще Паро умер 2 года тому назад, но Вирильо только что умер месяц тому назад, и его партнер. Это значит, что протагонисты еще вокруг нами, и есть, как сказать, поколение исследователей, историков или архитекторов, которые с ними учились или провели время. Это значит, что нет ощущения, как сказать, потери контакта, который мы воспринимаем здесь. В этом ряду проектов, как вам кажется, НЭР должен оказаться с каким-то своим, как называется наш круглый стол, вкладом, или он один из этих проектов, существенно не отличающийся от них? Но, по-моему, НЭР, я об этом уже поговорил два дня тому назад, но все, может быть, забыли. Но я сказал бы, что НЭР был уникальный, потому что эти идеи демократического социализма, идея постсталинического социализма, это были разные идеи, чем 20-х и 30-х, они тоже имели отражение на Западе. У архиграмма не были политических позиций, у Констана это был свободный, веселый анархизм, но это индивидуализм и город для отдельных людей. Суперстудио и другие играли с помощью иронии. Паран был очень реакционный тип и строго аполитический. Это значит, что у НЭР, восприятие НЭРа, и это не только слоган, лозунг идеального коммунистического города, который не был названием книги 1966 года, но стал названием итальянского перевода и английского перевода, и были изменения в речи, и этот лозунг имел большой успех в Западной Европе этих годах. Тут я бы обязательно хотел задать вопрос Андрею Владимировичу, как, с одной стороны, тоже современнику всего этого процесса, участнику, как я понял, да, некой выставки футуристических проектов в Нейтаге в 67-м году, где вы были одновременно с НЭРом, я так понимаю, с каким-то другим проектом, да? И дальше вы как бы наблюдали, активно участвовали во всем процессе смены или развития градостроительных теорий в нашей стране. Как эти идеи существовали все это время?
как, есть ли их следы в том, что было сделано за это время? Александр, я вообще человек дисциплинированный. Вот здесь сказано, что нам надо обсудить вклад Нейра в теорию о городе. Я как-то готов был бы рассказать, каким, на мой взгляд, в общем, этот вклад был. Но я должен начать с другого, честно вам сказать. Значит, я думаю, что не было бы вообще ни этой выставки, ни нашего собрания, ни Нейра, если бы не было человека, которого звали Алексей Гутнов. Да, давайте будем откровенны. Я очень многим обязан, лично ему просто очень многим обязан. И удивительно, что, в общем, об этом человеке как-то мало принято говорить, ни книги толком не было, в общем, как-то мы о нем забыли, хотя этого не следовало делать. Григорий вчера сказал, что он был отчасти таким клоном или продуктом Николаева. Это вовсе не так. Скорее всего, совсем наоборот. Вы знаете, это был человек, который мог воспитать и Николаева, и Баранова, и Пасохина, всех этих людей. Уверяю вас, он их воспитал. Николаев ничего не мог сделать. Я несколько раз наблюдал этого человека, Николаева, на расстоянии двух шагов, хотя он избегал либо контактов с студентами. То есть человек, не способный каким-то действиям, за исключением, в общем, охраны, так сказать, собственного места и чего-то такого. Это был замечательный создатель и автор Дома коммуны, но ничего больше. Алексей был абсолютно прямо противоположной фигурой. Он действительно, на моих глазах, он переубеждал того же Баранова, того же Пасохина. Это было удивительно. Он воспитывал омерзительных каких-то теток, с которыми мы столкнулись, обедая в Праге, я помню, один раз пришли туда обедать, нам, как водится, ничего не принесли, нахамили и так далее. А он выглядел таким отличником из 10 Б, в очках, такой был, в общем, ботаник, да, такой. И вдруг Леша в течение там 20 минут выстроил весь этот коллектив этого самого, значит, ресторана «Прага», так что они таскали нам какую-то еду и просили, в общем, извинения слезно. То есть он нашел какие-то такие слова, такие аргументы, выстроил их таким образом, что, так сказать, выхода у них не было. Это был абсолютно другой человек, конечно же. Это был такой сгусток одаренности. Он был бесспорно литератором блистательным совершенно, он был общественным деятелем, он был художником, он рисовал классно. Он был лидером вообще по натуре, да, потому что без него эта публика едва ли собралась, едва ли что-то сделала, и он был лидером на протяжении всей своей жизни, короткой, к сожалению. По меньшей мере, три поколения людей он воспитал и сделал из них своих единомышленников и людей, которые, в общем, ему обязаны, так сказать, тем, что они состоялись. Я говорю о поколениях, как о таком, ну, с таким шестилетним вот этим вот шагом. Да? Значит, вначале он собрал из всех, с кем он учился, потом это были люди с моего курса через 6 лет, и потом это были уже люди, вот, да, поколения Олега, Левианта и так далее. Да? Он был высочайшим профессионалом, вне всякого сомнения. Это был человек миссии, это был человек другого склада, совершенно отличным от того вообще человека, который сегодня формируется в профессии, абсолютно другим. Конечно, человек редкого обаяния, редкого ума, редкой абсолютной энергии, его хватало на все совершенно, и он не мог быть как бы нелюбим, понимаете, он был, в общем, все-таки центром всегда внимания и так далее. И вот говорят о том, что там Акигар, Макизум, все эти группы, он не был вторичен. Вы понимаете, сегодня мы живем в атмосфере такой вторичности, да, воспроизводства, импровизации, интерпретации на темы чего-то услышанного, да, того, что, в общем, остальной мир пережил уже лет 15 или 20. Он шел в ногу со временем, опережая его и предлагая, в общем, свою интерпретацию этого времени. Он был, конечно, да, можно было сказать, он был конформен, но он не был конформен. Понимаете, когда мы с ним говорили, Лёшка, говоришь, а что вот ты все-таки там партия и так далее. Ну, ты знаешь, мы переделаем эту партию, в общем, И, в общем, такие люди, как он, ее переделали. Да, это они ее переделали, в общем. Их можно обвинять и как-то говорить о том, что они были наивны, они были романтичны и так далее. Но, вы знаете, это был очень высокий романтизм и такая очень какая-то обаятельная наивность,
который мне, например, гораздо ближе, чем некий, так сказать, прагматизм там, сегодняшний. И я хотел бы, конечно, рассказать о том, что вот эти три, я назвал 3,5 шага, да, что дал каждый шаг профессии, что дал каждый шаг городу. Ну, первое, это, конечно, это НЭР, это первый НЭР. Мы пролетаем и не обращаем внимания на то, что речь идет не о городе. Да? Слово «город» в тот момент не участвовал в лексиконе. Он говорит об элементе и о расселении. Что такое элемент? Это слово пришло к нам в связи с появлением двух книг Бертоланфи и Норберта Винера в то время. Да, то, чем мы зачитывались, и то, на чем мы, в общем, выстроили наше сознание. Другой тип сознания, существенным образом отличный от того, носителями которых были люди, ну, скажем, предыдущего поколения. А те были за 6 лет до нас. Да, вот Градов и вот вся вот эта, вот, вся эта публика, они были до нас. А? Астерман все-таки он был чуть-чуть другим, он Лешу очень любил, надо сказать. Да. Но за эти 6 лет, за эти 5 лет, которые прошли с момента вот этого вот 55-го года, начала строительства Лагутенко и так далее, наступила уже отчетливая усталость. Усталость от этих пятиэтажных домов, от всего этого кошмара. Было ясно, в общем, что это тупик полный. И, в общем, то, что делал Леша, да, но и при этом уже такой слой асфальта или слой железобетона сложился над всеми нами, который пробить мог только Леша. Понимаете, он пробил это почти невероятно. Он заставил себя слушать, он заставил как бы говорить другим языком, он ввел какие-то новые абсолютно термины, новый тип вообще отношения с властью, новые трактовки вот этого, этой, так сказать, какой-то там коммунистической вот этой окаменелости. Все это сделал он. Итак, расселение. Он говорил о расселении. И он едва ли не первым создал вот эту вот эту удивительную, такую убедительную конструкцию из страны в целом, из мира, наконец, в целом, страны, города и квартиры. Да? Вот это вот нанизанное на шампур, через помидор вся эта история, да? Это, в общем, его, конечно, в значительной степени. Это было настолько захватывающим, настолько правильным, настолько непривычным, настолько убедительным, да, что после этого рассуждать по-другому было нельзя. Да, действительно, в общем. Архитектура может жить только подобным образом, только будучи некоторой частью этого ряда. Я говорю об этом, потому что ощущение, это переживание все напрочь утрачено просто. Да. Наконец, новое. Ну, новое это было, естественно, это была дань просто. Это была дань, потому что если вы не новый, то вы не интересны. Это было общество, которое реагировала только на нечто новое. На нечто новое и на то, что, в общем, ориентировано на будущее и устремлено в это будущее. Очевидно, что в центре этой конструкции его был, говорили о Дюментоне. И давайте не будем забывать, что в этом доме, на первом этаже этого дома, в это же время, где-то, по-моему, в 63-м году возник отдел социологических исследований. Зоя Васильевна Ергенаева тогда возглавила. Да? Вот все эти Коган, Ахиезер, о котором, значит, говорили, Яницкий и так далее, это все была публика, которая пыталась, опираясь на некие коммунистические, квазикоммунистические и так далее, всякого рода, так сказать, конструкции, лозунги и прочее, создать все-таки некую такую человекоориентированную модель общества, среды, города и всего остального. Ни о каких, естественно, социологических исследований, да, речи быть не могло, потому что никто не проводил опросы, не было технологий, не было инструментария, не было этого. А? Ну, конечно, райком все решал, да, но мысль свободная, да, убить было нельзя, и эта мысль парила, летала и так далее. И именно поэтому возникали все эти, в общем, какие-то достаточно такие зыбкие конструкции, вроде вот этой замечательной идеи, я Григорию вчера сказал, называлось это все симпатическое общение. Речь не шла о формировании замкнутого и самоуправляемого коллектива только. Речь шла о том, что внутри вот этих 100 000 людей, прекрасно обученных, замечательно подготовленных, читающих книги, поющих песни под гитару и так далее, вы можете найти себе
любимую женщину, любимого мужчину, какое-то общество, в общем, которое вас устраивает и так далее, и так далее. Речь шла именно об этом. Да, это было наивно, но это было как-то по-человечески, наверное, очень понятно, тем более на фоне, в общем, всего того, значит, кошмара, который там, значит, продолжал строиться. Теперь НР-2. Это то, что сегодня можно было бы назвать анатомией пространства. Анатомией пространства. И самой, конечно, самой гениальной, так сказать, догадкой, вообще открытием этого времени, конечно, это было открытие вот двуслойности пространства. Это то, что сегодня никто не может понять, не могут понять ни эти эконом-географы из МГУ, никто другой. Он говорил о том, что мы живем как бы в двух средах одновременно. Да? Это достаточно консервативная, достаточно замкнутая жизнь вот в этих, ну, условно, каких-то соседских сообществах, соседских коллективов, а рядом с ними существует другая среда, совершенно открытая, среда вокзалов, среда каких-то перекрестков, среда поездов и всего остального, где жизнь абсолютно другая, где тип общения иной, где атмосфера иная и так далее, и так далее. И следующее, что он сделал, конечно, он все это, вот все эти лозунги, Все эти замечательные конструкции модели изложил ну, языком, так, то есть, таким языком, в общем, артистическим, да, художественных изображений, да, прибегнув при этом, значит, к помощи вот, там, Саши Скокана, Юденцева, да, блистательно рисующих людей, но думающих достаточно тяжело порой. Вот он им сказал, что они рисуют на самом деле. Он им объяснил, что они делают. И это был, очевидно, совершенно не техницистский подход. Он не походил, он специально выбрал этот язык, который не повторял бы ни языка Киграма, ни языка, не знаю, там, суперстудию и так далее. Это был другой язык. Это был язык такой, ну, вчера об этом говорили, значит, таких, скорее, биоморфных каких-то тем, только потому, что он уже тогда предчувствовал и говорил, и употреблял это слово «экология». Слово, которое вообще мало кто знал и плохо понимал, что это такое. Ну и, наконец, третий шаг – это вот отдел перспективных исследований и группа перспективных проблем, которую он создал при Союзе архитекторов, да, и которой мы все принадлежали. Я очень горд тем, что на последних этапах существования советской власти и этой группы, куда входили все наши коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Казахстана, Украины и так далее, и так далее. Это было блистательное общество. Блистательные просто, это не как бы не форма речи, это действительно так. Это были люди, блистательно говорившие, хорошо писавшие, проектировавшие и так далее, и так далее. Вот он собрал эту партию, и это было, наверное, ну, одним из, так сказать, последних его таких ну, общественных подвигов, если угодно. Что он сделал? Он... Да, значит, был лозунг в Москве, Виктор Васильевич говорил о том, что, ну как мы Москву, говорит, будем, мы в центре будем немного подламывать, а по краям немного подстраивать. Значит, и вот, да, так это было, да, и подламывали, и подстраивали, да, и в общем, и вот результат. И надо сказать, что все, что говорил Виктор Васильевич, все сегодня, он оказался гораздо более, в общем, прозорливым, чем Алексей Лебрусович в чем-то. Но на самом деле темой, конечно, реабилитации среды, Алексей был готов к этому, потому что на всех предыдущих этапах он отчетливо совершенно доказал, что, в общем, город – это такая искусственно-естественная система, которую нужно знать, и только зная, ей можно управлять, как-то регулировать и как-то с ней себя вести. Он все-таки сделал старый Арбат. Да, Зоя, вы с ним сделали старый Арбат и сделали с участием Пасохина. Представьте то, когда человек, который вообще снес практически всю эту собачью площадку, и все это там, руки по локоть в крови и так далее, вдруг, да, непонятным образом, значит, да, как апостол, значит, да, говорит, нет, вот давайте все-таки мы, значит, спасем эту улицу и сделаем, что только Леша, конечно, мог. Только Леша мог ему. Он нас организовал, чтобы... Ну, я про другое говорю. Я про другое, что... Да, да. Он умел это... Да, да. Он умел это делать, и он это сделал. Ну и, конечно, он понимал город, и когда он писал о будущем города, он понимал город метафорически, вовсе не так его понимает сегодня. Потому что сегодня...
Сегодня мы ничего, кроме этого большого города, который мы, почему не мы, упаси Господь, нет, который какие-то люди называют, да, называют агломерацией почему-то. Это все, в общем, очень-очень как-то тяжело. И последнее, это о чем Олег рассказывал, он об этом знает лучше, это, конечно, математическое моделирование города, это то, что он начал, и поэтому я говорю о 3,5 шагах. И это, к глубочайшему сожалению, в общем, ветвь, которая не развивается просто. Да? Это остановлено, прекращено. И дальше я, если вы мне позволите, просто заключу, да, вот уроки Алексея Эльбрусовича, уроки Гутнова, да, неусвоенные и забытые, я назвал, что было. Ну, во-первых, тема будущего исчезла просто. Она исчезла вместе фактически с исчезновением профессии архитектора в том виде, в котором она была сформирована тогда, в том виде, в котором она вообще существовала в российском культурном пространстве. Потому что архитектор был, в общем, специалистом по будущему. Никто другой, кроме архитектора, будущим не занимался. Это было нашей профессией, его профессией в частности. Это было естественным, это было некой нормой, которая сейчас, как говорится, из дискурса ушла. Да? Поменялся дискурс. Мы не можем выстроить стратегию пространственного развития сегодня. Значит, есть, вы знаете, есть закон, который нам предписывает, есть постановление правительства, которое требует от нас, значит, да, стратегию пространственного развития. И не могут люди написать этот документ, просто не могут. Это полная утрата. Не те люди пишут. Ну, я не знаю, те или не те, но не пишут, Зоя, не пишут, понимаешь, да? Те или не те. Потом я слышала, что говорят, что не нужно делать генпланы. Конечно, не нужно. Ну, конечно, не нужно. Да, во всех они все, во всех это городах. Черт с ними, с генпланами. Значит, исчезло то, что вообще называется физическим планированием. Да? Еще не пространство. Вот этот документ, если вы его видел кто-нибудь, да, стратегия пространства, там чертежей нету. Там нету ни схем, ни чертежей, ничего. Эти люди умудряются без карт, без картин, без изображений говорить о пространстве. Алексей рассуждал блистательно на двух языках. На языке чертежа и на языке слов и букв, понимаете? И вообще говоря, когда тут вот я начал читать заново его книжку «Город будущего», слушайте, это вообще глоток кислорода просто, потому что это внятная речь, выстроена изумительно, она музыкальна, она безупречна, она отточена, она убедительна, там можно с ним соглашаться, не соглашаться, но это нечто абсолютно утраченное, понимаете? То невнятное бормотание, с которым мы сталкиваемся, абсолютно лишенное дисциплины, лишенное логики, лишенное встроенных понятий, общепринятых понятий вообще, да? Это несравнимо с его текстами. Это было, конечно, целостное сознание, если говорить о том, что утрачено, потому что сознание нынче полностью фрагментировано. Значит, еще раз, Минэкономразвитие, какие-то специалисты, я уж не знаю, там, урбанисты, дезурбанисты, они занимаются, значит, чем они занимаются? Якобы национальным пространством или общенациональным пространством. Кто-то занимается якобы, значит, регионами и вот этим всем хозяйством, а городами вроде как занимается Минстрой, и толком тоже не занимается, потому что не могут строители заниматься этим самым делом. В общем, это беда чистая. Раньше хоть плохо или хорошо, но, в общем, существовал госгражданстрой, существовал гастрой, и там сидели умные люди, которые действительно понимали, что вот эти уровни, условно говоря, квартиры, значит, общенациональное пространство, они не абсолютно, они жестко связаны, может быть, слишком жестко, но они взаимосвязаны. Профессия утратила характер миссии, вне всякого сомнения. Леша был носителем этой миссии, он был олицетворением этой миссии. Сейчас этого нет. Мы снова залезаем под этот асфальт, который он пробил. Залезаем, причем с огромным, так сказать, аппетитом и с огромным энтузиазмом. Он сплотил, конечно, проектирование научное знание, вне всякого сомнения. Это было сделано им, сделано им достаточно убедительно. Все. Нету научного знания сегодня просто. Нету его. Да? Я уж не говорю там о предпроектных каких-то исследованиях. Вот. Ну и что? Ну вот... Вы
знаете, я думаю, что не исключено, что вот эта выставка может быть, и, да, и какие-то события, которые за ней последуют, что-то возродят в нашем сознании, в наших умах, возбудят, и, возможно, таким образом возникнет некий НР 21 века, который вернет или как-то наши города и состояние этого безумия, того хаоса, в котором они пребывают, станут чем-то действительно прекрасным. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович. А вы можете передать микрофон сразу Михаилу Германовичу, которому я бы хотел адресовать тогда тоже несколько вопросов. Андрей Владимирович начал говорить о поколениях. Вы, получается, принадлежите тогда вместе с Олегом Артемовичем к следующим поколениям. Да, вы закончили в 71-м мархи, правильно? Вот. И вопросов тогда к вам у меня два. Чем для вас, как и студента, и потом молодого профессионала, и далее был НЭР? И если говорить о НЭРе 21 века, о котором говорил Андрей Владимирович, что там должно было бы оказаться из НЭРа 60-х, 70-х годов, с вашей точки зрения? Александр, ну я открою страшную тайну, я вообще не архитектор. Я окончил Московский инженерно-строительный институт, занимаюсь инженерно-транспортными проблемами. Надеюсь, меня не выгонят из этого храма архитектуры после этого признания. Простите за чудовищную ошибку. Я тоже, кстати, не архитектор. Так, да. Мы с вами на этих концах стола сидим. Да, мы здесь с краю, совсем с краю. Вы знаете, Александр, как бы моя градостроительная молодость проходила не в институте генплана, где я работаю сейчас. И вот крайне интересно, понимаете, мы зачитывались книгами Гутнова, Лежавы, Зоя Васильевна, извините, ну, как всегда, женщины в тени, как бы всегда называют эти две фамилии, подразумеваю весь ваш коллектив, конечно. Мы не просто ими зачитывались, нам крайне хотелось что-то воплотить в жизнь. И вот я так понимаю, что вот Олег Артемович, там, работая в Москве, может быть, в Москве тяжелее было внедрять такие новые светлые какие-то идеи. Но нам досталась крайне тогда уникальная возможность. Мы работали по абсолютно новым городам Западной Сибири. То есть если такие города, как Сургут, Нижневартовск, они строились такими бешеными темпами, что это практически были новые города, то такие города, которые сегодня существуют на карте, как Новый Уренгой, Надым, мне вообще посчастливилось летать на вертолете и выбирать место для их строительства. То есть мы начинали с самого начала. И тут уж вот именно нашей команде крайне хотелось... Понимаете, я сидел как транспортник, закручивал какие-то спирали. Мы собирались вечером, обсуждали, какие должны быть здесь действительно... Вот это слово «НЭР», оно у нас просто не ходило с уст, что вот нужно рисовать какой-то город. Причем, понимаете, это город нефтяников. Эти люди уезжают на работу на 20-30 километров, поэтому нам казалось, что когда они приезжают домой, они должны попасть в какую-то совершенно другую среду. Слава сказать, я бы не стеснялся этого ярлыка, который все вешают, вот коммунистический город. Ну, коммунистический тогда воспринималось как идеальный. Поэтому люди рисовали идеальный город, а политика, извините, присутствовала где-то сбоку. Может быть, это и рисовалось иногда для того, чтобы просто эта книга опубликовалась. Так вот, понимаете, в чем проблема? Вот Андрей Владимирович, я думаю, меня поддержит, что вся эта великая вот кучка, можно так назвать, как была кучка композиторов, кучка писателей, все-таки и в те времена их воспринимали как таких диссидентов градостроительства, понимаете? Мы ими зачитывались... А когда мы пытались что-то нарисовать на бумаге, нам говорили, подождите минуточку, принято постановление правительства, город нужно построить за 5 лет, 1 микрорайон строит Москва, 2 Санкт-Петербург, 3 Екатеринбург. Ваше дело нарисовать место, куда придет стройкомплекс и все это построит. Понимаете, вот я совсем не хочу как бы ругать какие-то там социальные структуры, что так получилось. Потому что мы все понимали, что это несчастные люди, которые приехали туда качать нефть, бурить эту землю, им действительно завтра нужно дать квартиру. А мы рисуем какие-то сказочные спирали, что-то еще. Потому что, ну если говорить по-настоящему, понимаете, диссиденты, они всегда очень важны. Но после них должно идти какое-то следующее поколение, которое эти светлые идеи доводит до норм, до правил, до инструкций. Андрей Владимирович, к сожалению, давайте скажем, что этого следующего поколения, которое бы это сделало, не было. То есть пока эти славные, очень интересные люди рисовали такие вещи, в советских градостроительных, кондовых институтах защищались диссертации. Советский человек должен жить в микрорайоне. Он должен выйти из дома, по пути зайти в булочную. Рисовались пути, как он заводит ребенка в детский сад, садится в автобус, автомобиль ему не будет нужен никогда. Понимаете, градостроительство – это вот на 20%
наука, она 80% политика. Поэтому мы не можем сказать, что мы ее можем всю перевернуть. Но мне крайне жалко, что вот именно светлые, гениальные идеи, я тоже зачитываюсь этими книгами, они просто читаются, понимаете, можно в трамвае, в метро читать книги Гутнова, даже научные статьи Зои Васильевны, которые были в те годы. Они написаны очень легким языком. Это и счастье, и трагедия. Потому что вот они остались прекрасной литературой и, к сожалению, не стали инструкциями, они не стали обязательными для применения. Может быть, как все великие идеи. Но то, что вот в зимний такой субботний вечер здесь собираются столько людей, как-то вселяет надежды, что, может быть, что-то сдвинется. Спасибо. Поскольку вы заговорили, да, про действительно важный переход, который должен осуществляться между теорией и практикой, разумно будет у Олега Артемовича спросить, как у преподавателя Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ. Это не было, как рассказывает Михаил Германович, это не было сделано там в 60-х или 70-х. Это можно было сделать позже, это можно делать сейчас. Ну, знаете, во-первых, я хочу сказать, что прежде чем я стал профессором Высшей школы урбанистики, я был сотрудником Института генерального плана. Мне посчастливилось работать в отделе Алексея Гутнова, и после этого еще руководить мастерской, которая как бы делала и генеральный план, и правила землепользования и застройки, и массу других документов. И тут я хочу возразить на самом деле как бы в значительной степени и сказать, что я считаю себя человеком, которому повезло воплощать в практическую реализацию то, что было заложено в работу Гутнова. Конечно, Алексей Борисович был человеком фантастически харизматичным. Можно было просто как бы слушать, как он комментирует студенческие проекты, получать от этого гигантское удовольствие, совершенно хохотать до слез, как они там лежали, шли по рядам и комментировали, там, у кого что нарисовано. Это было блестяще совершенно. Но меня, как бы, так сказать, естественно, заворожил даже не столько, как бы, так сказать, он сам, необыкновенно артистичный и талантливый человек, сколько та идея, которая, как бы, так сказать, для меня проглядывала во всех работах. Это идея о том, что город – это живой самоорганизующий организм. Настолько сложный, насколько мы можем себе представить, что ничего более сложного в таком явлении, как материальная культура, как бы не существует. Вот эта идея самоорганизации этого удивительного пространства, она на самом деле, как мне представляется, является ключевой. И она выросла из работ Нера. Я абсолютно уверен, что каркасно-тканевая теория, как бы теория каркаса ткани, идея вот этой циклической эволюции, роста структурной реорганизации – это найденный ответ на те поиски самоорганизующейся формы, которая была в работах Нера. Искалась та форма, которая сама организует пространство, оставляет его как бы гармоничным на любой стадии развития. И она, эта формула была найдена вот в этой как бы каркасно-тканевой модели. И эта каркасно-тканевая модель повернула как бы поиск будущего в другом направлении. Она показала, как бы, что будущее находится в генетической основе города. Была открыта генетическая основа города, код города. Выявляя каркас в структуре города, ты выявляли ту его часть, которая на самом деле не только как бы, так сказать, содержит там важнейшие взаимодействия со всеми прочими частями, которая является неизменяемой во времени, которая сохраняет все его сущностные черты, и занимаясь которым, вы и делаете город здоровым. Строго говоря, вопрос о том, как выглядит город, в какой-то момент, как мне представляется, перестал иметь значение, потому что ответ был другой. Как бы город должен быть здоровым, да? А будь ему там голубоглазым, я не знаю, там, блондином, как бы, да, или таким коренастым, там, брюнетом, кореглазым, как бы, это пускай он сам выбирает, неважно, лишь бы он здоровенький был. Была найдена возможность поддерживать здоровье города. И в этот момент, на самом деле, в отделе расцвел спектр тем, которые покрыли всю, вот, всю тематику, которую мы сегодня, как бы, так сказать, индексируем как средовую. Да? Вопросы, связанные с реконструкцией исторически сложившейся городской среды. Ну, не было эти темы, она вообще была, как бы, так сказать, просто ну, на грани фола. Как бы, какая историческая среда, эту рухлядь надо выкидывать. Да? Появление пешеходных зон как особого совершенно типа пространства. Причем не просто как мощение улиц, а как способ реабилитации, реновации, как бы, вдыхание новой жизни, как бы, скрытой реконструкции и так далее. Масса интереснейших приемов. Вопросы, связанные с структурой жилой среды. Проводились целые исследования, цель которых была проанализировать сложившиеся морфотипы застройки в городе, начиная с исторически сложившихся, да, и кончая самыми как бы, современными типами, связанными там, с теми или иными как бы, ходами там, нашего индустриального домостроения, для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли те условия, которые
Есть ли те признаки, которые мы можем выявить как сущностные и которые обеспечивают соразмерность этой среды человеку? И из этого выросло абсолютно другое представление о том, как должна быть организована жилая среда. Как бы, да? То есть это не стандартный микрорайон, это различные в различных частях города образования, целая палитра, которые как бы эволюционно сменяют друг друга. Это вопросы реорганизации производственных территорий, срединная зона. Да? Это вопросы, на самом деле, природного каркаса, и экология здесь была подхвачена. Это вопрос системы расселения. То есть, когда не стало, во-первых, не случайно, как бы, на мой взгляд, очень символично, что последние работы, в которой участвовал Гутнов, это была концепция перспективного градостроительного развития Москвы, в 1985 году она была сделана. И несколько раз он ее блестяще докладывал и в Москву архитектуре, и в других местах. И вот... Да, да. Докладывал Ельцин эту концепцию совершенно. И вот в эту концепцию были заложены все наработки, которые мы тогда, как бы, так сказать, да, под его руководством нашли. Как бы, да? И там, в этой работе, важнейшее внимание уделялось образному строю. То есть надо было, на самом деле, под каждое решение найти зрительный образ. Образ результата такой, который как бы действительно покажет, что это здорово, это, как бы, это та самая среда, которую мы как бы воспринимаем как человеческую, как гуманную, как такую необыкновенную. И вот эта работа, она, как бы, так сказать, да, когда Гутнова не стало, она открыла на самом деле целый спектр направлений. И после того, как мне там посчастливилось, мне предложили стать руководителем мастерской, и я довольно долго руководил мастерской, которая продолжала эти вещи, да, и мы, например, как бы наши наработки по жилой среде, вот этой дифференцированной структуры жилых образований, мы внедрили их, мы сделали нормативы московские. И я могу сказать, что лучше нормативов на сегодняшний день нет, извините. Хотя Москва там энное количество времени пытается принять новые нормативы, пока, да, пока как бы живут вот эти нормативы. Они не ломаются все нормативы. Нет, может, понимаете, вы да. Власть, наша архитектура. Это другой вопрос. Мы можем как бы не соблюдать, но, да. Но это удалось сделать, да? А вот это как бы развитие каркасно-тканевой модели, оно было сделано, мы сделали как бы следующие шаги в этой модели, и мы использовали вот эти как бы методы обоснования решений, и они работали, потому что очень сложно возражать, когда вам предъявляют результаты моделирования с использованием там, действительно транспортных моделей, с использованием расчетов. Это все как бы было сделано. То есть мы придумали для Москвы систему градостроительного зонирования. Совершенно удивительный язык, такой московский эсперанто, аналогов которого не существует, например, на сегодняшний день. До того, как был принят городкод в 2004 году, у Москвы была разработана своя система зонирования. Потом как бы, в ней необходимость отпала, но как язык, как способ параметризации любых пространственных решений, способ учета и того, что существует, и того, что мы планируем, как бы, так сказать, да, это вещь совершенно как бы, удивительная и является развитием абсолютно гутновских идей. То есть, на мой взгляд, вот до буквально там последних лет была реальная возможность реализовывать эти идеи. И они на самом деле как бы продолжают существовать. А что вот из того, что вы говорите, вот лично у меня возникает такое ощущение, когда вы говорите про появление этой идеи здорового города, и его здоровье основано на, ну вот вы используете, да, такое слово генетический там. Какой-то, да, как генетическая основа. Не говорит ли это о том, что, несмотря на то, что там эти планы назывались планы перспективного развития, что в этом поиске произошел поворот от будущего к прошлому? Ну, нет, конечно. На самом деле, просто мы постепенно понимаем, как бы, так сказать, с чем мы имеем дело, что такое город. Что город, как бы, так сказать, да, любой момент в развитии города – это такой, как бы, так сказать, в точке бифуркации выбор одного из многих будущих, как бы, да. Город, да, многовариантен, он достаточно противоречив, и мы каждый раз, делая тот или иной как бы, шаг, мы выбираем одно из многих будущих. Остальные как бы, в этот момент как бы, прекращают свое существование. Да? Никакого линейного будущего у города нету. И в этом его сила, и в этом самый большой его интерес. Как бы, он предлагает массу вариантов развития. Как бы, да? И от каждого из нас, и от той концепции, которую как бы, мы реализуем в своей деятельности, зависит то, какое будущее будет у этого города. Хорошо. Интересно, что, тем не менее, вот эта тема какого-то несвершившегося будущего или разных несвершившихся будущих, она вообще постоянно возникает. Мне кажется, Андрей Владимирович, это были вы, кто на открытии так интерпретировал название выставки «По следам города будущего», то есть «Город будущего, который не случился». Нет? Ну, кто-то об этом говорил на открытии, про то, что вот странно, что город будущего, как бы город будущего нет, но мы идем по его следам. Точнее, тот город будущего, который был предложен Нером. И вообще, эта игра слов в выставках или в проектах, или в книжках, посвященных утопическим проектам 60-х, 70-х, она довольно часто встречается. Там города будущего, вчерашние города будущего или что-то еще, это довольно часто встречающаяся тема. И
не похожим образом или в поисках как бы некого будущего. Это тема семинара, который должен пройти в рамках выставки ОНЭРИ в конце января, да, и одним из вдохновительных организаторов, который является Сергей Ситар, которому я хотел передать сейчас слово и спросить про то, к чему мы так сейчас пришли, существует ли эта концепция будущего или какая-то концепция будущего сегодня. И у вас есть, да, пара картинок, которые я попробую вам показать. Вы знаете, я хочу сказать, что в конце жизни Гутнов возглавил колоссальную работу по разработке генплана, нового генплана города. И он был сделан, этот генплан, и был доложен даже президенту. Тогда Ельцин был секретарем, да, секретарем Москвы. Но что интересно, это произошло буквально за полтора месяца до его гибели. Что интересно, что на основании его генплана, настолько внятного, настолько прорисованного, просчитанного, значит, пришел новый главный архитектор города, Леонид Вавакин, который, познакомившись с нашей работой, согласился стать возглавить город. Он понимал, что у него есть перспектива, у него есть программа, по которой надо работать. А? Да? Он понял, что есть программа, по которой можно работать. Правда, к сожалению, значит, появился Лужков. Лужков остался недоволен дерзостью главного архитектора города, который, значит, настаивал все-таки на своем видении, и Лужков немедленно сменил главного архитектора города, и пришел Кузьмин, Александр Кузьмин, который тоже буквально вырос около нас, стал градостроителем, набрался, значит, опыта в Институте генерального плана, и он тоже имел перед собой вот эту программу развития города. Но вот видите, тем не менее настал капитализм, настала точечная застройка та самая, значит, желание обогащаться, желание торговать землей. То есть настолько изменилась вся вот эта вот, социальная инфраструктура, что завалили этот генплан. Генплан, Боевскому досталось развивать этот генплан, но тем не менее он знает, что это было все порушено. Идеи, основные красивые идеи градостроительные были погибли. Вот такая вот трагическая история у нас с городом. Спасибо большое, что вы как-то завершаете, получается, да, эти несколько рассказов про развитие идей НЭРа от их появления до там начала нашего времени. Теперь, собирались Сергей, я помогу вам с картинками. Да, если можно. Я, с одной стороны, хотел бы продолжить эту линию подведения итогов того, что произошло за последние 30-40 лет, и сравнение НЭРа как концепции с проектами-аналогами европейскими и, европейскими, да, которые уже неоднократно здесь назывались. Вот. И я скорее здесь солидарен с Андреем Владимировичем в том, что, конечно, с этого момента мы переживаем такой период, скорее упадка, да, или как минимум
такой нравственной расслабленности. Вот. И даже вот господин Баевский, он сказал, что те инструменты, которые еще как бы, ну, были приняты, так сказать, да, и являлись предметом усвоения со стороны этого предыдущего поколения, они могли быть использованы, как вы сказали, до вот последних лет, да, то есть на самом деле мы имеем дело с достаточно масштабной тенденцией, и мне кажется очень символичным то, что вот мы беседуем сегодня, а буквально три дня назад, 19 декабря, наш президент Владимир Владимирович Путин отдал распоряжение правительству подготовить предложение по переходу от генплана как инструмента развития города к, ну, в общем, полная уже как бы перезагрузка и развитие на основе так называемых социально-экономических стратегий, да, которые представляются в основном текстовые именно документы. Вот здесь я очень согласен с Андреем Владимировичем в том, что исчезает вот это, ну, как бы другой язык, да, как вы это назвали, язык графического визуального представления. Да, но дело не в президенте, безусловно, потому что на самом деле это решение, оно подводит итог достаточно длительного этапа, и фактически, де-факто, переход на эти стратегии развития и задвижение генпланов куда-то в глубины столов и на самые дальние полки, это произошло уже довольно давно, в общем, когда я в 2000-е годы уже там занимался городским консалтингом, это, в общем, уже было свершившейся реальностью. Вот. Но мне кажется, что переводить это все вот в такой как бы марксистский дискурс, прошу прощения за это слово, и ну, говорить, что во всем капитализм, грубо говоря, виноват, это, конечно, было бы некоторым упрощением. Вот. И здесь Жан-Люи тоже прав, что это как бы такие абстракции немножечко уже трафаретные, да, и мы на самом деле имеем множество различных форм управления, экономических укладов и так далее. Вот. То, что у нас, это что там капитализм, не капитализм, это довольно сложно идентифицировать в результате. Вот. Так же, как и на самом деле в любом другом государстве, мы увидим индивидуальные отличия. Вот. Но, на мой взгляд, за этим процессом стоит что-то более общее. Может быть, для европейского человечества это такой мощнейший мировоззренческий сдвиг, который ответственен, на мой взгляд, за то, что вот эти последние 30-40 лет, они были периодом не только антиархитектурным, не только антиградостроительным, но также антифилософским и отмеченным какими-то, ну, во многом тревожными событиями и в области искусства. Вот. И главным я бы назвал здесь... Ну, вот такую антитеоретичность, такую принципиальную этого периода. Потому что у нас круглый стол посвящен вкладу в теорию, да, и хорошо было бы поговорить о том, что такое вообще теория, что такое теория архитектуры в частности. На мой взгляд, НЭР – это именно вот теоретическое высказывание в области архитектуры, потому что оно поднимается до уровня каких-то достаточно универсальных и всеобщих формул, да. Вот. При этом, если говорить об архитектурной теории, то для меня архитектурная теория – это именно проекты, да? Потому что она, ну, в какой-то степени, это, конечно, и то, что пишут сами архитекторы, но это то, что выходит, в общем, из глубины и как бы такого сложного течения самого проектно-строительного опыта и проектно-строительного процесса. Вот. И из наблюдения за архитектурной средой, за знание этих сооружений. Вообще город – это дико сложная вещь, требующая, ну, значительного этапа жизни для хотя бы какого-то приблизительного освоения. Вот. Настолько она многокомпонентная. Вот. Но тем не менее, это обобщение и абстрагирование является вещью, мне кажется, совершенно необходимой, потому что, вообще говоря, мышление, оно оперирует идеализациями и ну, классами, да, то, что мы называем классовый объект, то есть оно, как бы, все мышление можно свести, на самом деле, к этим операциям. Я вот поэтому взял эту первую иллюстрацию, это не из НЭРа, но очень напоминает, это примерно то же время, это из-за так называемых картоидов Бориса Борисовича Радамана, основателя
теоретической географии, которая примерно в то же время испытывала расцвет, когда творил группа НР, да, и который сейчас, ну там, в течение последнего времени, можно еще вспомнить Владимира Каганского, находится тоже в таком совершенно маргинальном состоянии, в состоянии загона. Вот. И мне кажется, что вот эти вещи, которые они делали, ну, картоид – это тоже, как это объясняется, мы изучаем действительность, вот как географы, да, и получаем огромное количество разных элементов. Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы все изучить как можно более детально, вот, но чем больше мы носим детали, тем темнее, грубо говоря, становится наша карта. Они все начинают там друг на друга накладываться. Вот, поэтому следующий процесс – это процесс, наоборот, вычитания каких-то элементов с целью определить, а какие из этих элементов являются наиболее существенными. И тогда мы начинаем эту карту как бы прорежать и приводить в состояние достаточно очевидной, как бы прозрачной такой фигуры. Вот это так называемый изохронный псевдолист, который… Ну, представляет собой диаграмму освоения территории вдоль какого-то транспортного пути. Вот. Вот такого рода обобщающее мышление, причем я подчеркиваю, что в архитектуре оно осуществляется своими вот этими архитектурно-графическими средствами. Видимо, в географии есть аналогии, да, и очень важно, что это именно дескриптивное, а не проективное действие, вот, результатом которого является то, что здесь изображено. Вот. Вот от этого, собственно, от этой способности к обобщению осуществляется последовательный отказ. За этим отказом, как я уже сказал, стоит отказ вообще от философского отношения к действительности, как некой заявки на более или менее всеобъемлющую осмысленность бытия. Вот. Но без этой претендующей, притязающей на всеобъемлющий охват осмысленности, в общем, трудно представить себе осмысленности повседневной. Отсюда, мне кажется, вот замечательный афоризм Александра Андреевича Скокана, который можно считать девизом вообще к нашему мероприятию всему, это то, что сначала мы отказались от будущего, но вместе с этим отказом от будущего мы утратили настоящее. Вот. Когда происходит этот отказ? Вот мне кажется, он происходит как раз на рубеже вот этого замечательного периода, когда творили все эти архитектурные концептуалисты. Вот. То есть где-то в середине 70-х годов, в начале 80-х, появляется замечательная книжка Питера Слоттердайка, которая называется «Критика цинического разума», где он, на самом деле, проанализировал всю траекторию европейского мышления и показал, что она последовательно, в принципе, ведет к этому состоянию. Это состояние, ну, такого познавательного нигилизма, что ли. Вот. Ну, понятно, что катастрофы 20 века, войны, ГУЛАГ и Освенцим, они, конечно, тоже этому сильно способствовали, но, тем не менее, это движение можно проследить в значительно более длительном периоде. Вот. И я вспоминаю часто афоризмы Фридриха Ницше, которые как-то постепенно прорастали. Да? Это то, что любая истина есть разновидность заблуждения, необходимая для выживания какого-нибудь существа. Все, что мыслимо, непременно должно быть фикцией. То есть речь идет именно о моделях, фигурах и так далее. Вот. Дальше вот можно следующее. Если посмотреть на проекты, которые делались в одно и то же время с НЭРом, я здесь взял проект Кулхаса, то есть ОМА, «Город плененного земного шара», это уже 78-й год. Вот. Все-таки это вот этот период 60-70-е, вот, то все три европейских проекта, на мой взгляд, они очень наглядно иллюстрируют вот этот тезис Слоттердайка о
приходе вот этого самого цинического разума и о его господстве. Чем это здесь, собственно, иллюстрируется, демонстрируется? Мы видим, что во всех трех проектах есть нечто общее. Да? Они, ну, это проект Суперстудио, да, проект суперповерхности, которая является, ну, чем-то таким поддерживающим человеческое существование на всем своем протяжении. Это проект группы Архизум Нонстоп Сити. Вот. И проект «Горпня земного шара». Проект «Нонстоп Сити» — это тоже бесконечная плоскость, которая, можно сказать, так меблирована, где расположены всякие сервисы. Вот. И, наконец, мне кажется, что кулховский проект, он не сильно выбивается из этого ряда, да, потому что, с одной стороны, здесь есть вот эти ну, какие-то уникальные художественные эксперименты, но все эти художественные эксперименты, они стоят на таких совершенно одинаковых платформах, стилобатах и на регулярной сетке, напоминающей манхэттенскую. И вся эта как бы нижняя система, она есть, опять-таки, вот эта сплошная система жизнеобеспечения. Вот. И что как бы для всех трех проектов характерно, это их такая принципиальная разомкнутость. То есть они представляют собой, это, можно сказать, первое появление кантеровской теории множеств в архитектуре, да, когда мы можем представить что-то, ну, скажем, открытое множество, это множество, которое не содержит своих границ, значит, их как бы нет, хотя это при этом все равно остается чем-то конкретным. Вот. Эти проекты, они не показывают границ, в отличие от проекта Нера. Да. Второй момент, который здесь бросается в глаза, это то, что все эти проекты, они как бы осуществляют некую фундаментальную сепарацию. Ну, проект «Суперстудио» — это такое, ну, как бы фривольное времяпрепровождение на этой поверхности, которое может осуществляться где угодно. Примерно то же самое в проекте «Архизум». Да? То есть вот это, собственно, человеческое содержание жизни, оно начинает как бы скользить по этой поверхности, совершенно уже с ней не сцепляясь. И понятно, что и в том, и в другом проекте, и, кстати говоря, в Вавилоне, в новом Вавилоне Константа, о котором тоже сегодня уже говорилось, эта жизнь мыслится как состоящая из творчества. Вот, и примерно тем же творчеством занимаются все жители проекта «Город плененного земного шара». Вот. Но во всех этих случаях, ну, за исключением разве что «Нового Вавилона», это творчество, оно, ну, основная идея всех этих проектов, она состоит в том, что система жизнеобеспечения, она фундаментальным образом отделяется, обособляется от вот этого, ну, как бы от этой креативности. Вот, то есть человек уже не выражает себя, не воплощает себя в своем предметном окружении. Оно становится чем-то отдельным от, ну, по крайней мере, вот этих самых систем жизнеобеспечения. То же самое Слоттердайк пишет о вот этом самом циническом разуме. Его наиболее такая как бы характерная определяющая черта – это вот эта самая раздвоенность. То есть, с одной стороны, это разум субъективный, вот, но это такой субъективный разум, который, глядя на свой объект, на мир, уже не может узнать себя в этом мире, не может увидеть ничего от себя в этом мире. Он абсолютно отчужден. То, что он встречает в мире, это сплошная чуждость. Когда же он смотрит в себя, то он обнаруживает, ну, во-первых, такое априорное недоверие к любым возможным постулатам, да, вот, что достигает у Ницше достаточно радикального выражения, и ничего, кроме, ну, как бы мечты хоть как-нибудь, ну, свести концы с концами, как-то там у него хорошо написано, перебиться, да, перебиться. Вот, ну, и таким образом, это субъект, у которого уже нет собственного центра, принципиально децентрирован, он видит пустоту, по словам Слоттердайка. Вот, и эта пустота, она может выражаться в том, что, ну, как бы, есть некоторая нейтральная инженерная поверхность, а манифестации человека вообще отсутствуют, да? Ну, такие конкретные, предметные, средовые.
может выражаться, как у Кулхаса, в таком бесконечном наборе каких-то креативных выплесков. Вот. Но это тоже, сама эта бесконечность, само разнообразие, это, в общем-то, синоним вот этой самой пустоты. Вот. И в этом смысле проект Нера, он, с одной стороны, принадлежит к этому ряду. Во-первых, потому что это тоже теоретическое высказывание. Во-вторых, потому что, так же, как и авторы этих проектов, и даже «Нового Вавилона», авторы проекта НЭР, они понимают, что общество, экономика и так далее переходит в потенциально новое состояние, в состояние информационного общества. Вот, поэтому в НЭРе, в общем, все сфокусировано на коммуникации и на образовании. Вот, но... Да, совершенно верно. Я имею в виду, что они отражены в архитектуре этого... Они нарисованы, жизненные циклы, а здесь их нет. Об этом я, собственно, и хотел сказать. Что, с одной стороны, Нер – это, конечно, теоретическое высказывание, то есть результат обобщения. С другой стороны, в нем очень четко артикулирована необходимость превращения этого поселения в... ну, можно сказать, гизантконстверк, произведение искусства. Отсюда, собственно, это изначальное требование ограничения вот этого беспорядочного роста. Да? И вот я видел в интервью Ильи Георгиевича Лежавы, он сказал, что ну что это такое, города как бы растут, как вот коровы, которые, стада коров, которые вышли, да, как плесень, вышли пастись на лугу. И, в принципе, все, что происходит с этого момента, происходит в сторону усугубления, так сказать, да, вот этого стихийного роста лесефера. Тут еще пешеходная доступность. Да. Тут еще человеческий шаг имеет значение у нас. Да, совершенно верно. И есть нет замечательные раскадровки Телятникова, которые показывают, что НЭР предполагалось разрабатывать, понятно, что это некоторое теоретическое высказывание, но предполагалось разрабатывать во всех возможных масштабах. Да, там вот как воспринимается одно и то же сооружение самых разных дистанций и вплоть до вот дистанции, когда что-то находится прямо у тебя перед глазами. То есть это очень важно. Да? И здесь есть ну, вот это, опять-таки, притязание на красоту, на произведение искусства, которое есть синоним осмысленности вот такой предметно и непосредственно переживаемой, чувственно переживаемой. Это то же самое, значит, на мой взгляд, кантовское прекрасство. То есть это не инструментальная вещь, а это смысл, явленный эстетически, художественно. Да? Вот. И этот смысл – это есть ну, как бы отражение человека, его образ жизни, его самосознание, да, самоопределение и самоустановление вот в таком виде. Да? Так это наша профессия. Да. Мы обязаны нарисовать. Да. В этом смысле, на мой взгляд, главное в Нере это то, что он на фоне вот этих всех трансформаций, наступления коммуникативного общества и так далее, он сохраняет императив и вот это притязание на человеческую, развитую человеческую субъектность. То есть та модель, которую нам предлагает Нер, модель, которая сейчас торжествует, я бы сказал, это когда раб подчиняется рабу, там одни рабы подчиняются другим рабам. Вот. Модель, которую предлагает Нер, это модель, в которой ну, там, один господин оказывает услуги другому господину. Да, и господа служат господам. То есть люди с развернутым самосознанием. То, что это какая-то радикальная утопическая вещь, это на самом деле тоже опровергается тем, какую серьезную роль они отводили образованию. Потому что фактически весь этот НЭР – это, по сути, одно большое учебное заведение, или как Телемское аббатство, я его еще иногда называю. Да? Это как бы ну, что-то среднее между монастырем там, и современным кампусом университетским. Да, финская школа. Вот. Ну, собственно, я практически закончил. Что же, Сергей, пользуясь этой паузой, хочу вас спросить, все-таки вернуться к этому вопросу. Что же с идеей будущего, которая, тем не менее, в проекте Нера существует, но как мы провели, да, некую такую реконструкцию этого пути, пройденного за 60 лет, она улетучилась из практики, во всяком случае. Ну, как вы говорите, из теории. Я считаю, что это был, да, временный провал.
то, что эта выставка сегодня происходит, это совершенно не случайно, наоборот, она очень как бы своевременна, потому что на самом деле ситуация, ну, как бы вопрос этот назрел, да, эта проблема назрела, и не случайно мы видим, в общем, весьма-весьма широкий резонанс. Вот. А что касается будущего, то, ну, опять-таки, продолжая вот эту линию сравнения с западными проектами, на мой взгляд, все вот эти три проекта, они являются такими, что ли, вот почему их называют ироническими? Их еще можно назвать также апокалиптическими. Они, на мой взгляд, являются реакцией на общемировое событие, а именно на, вот, об этом, кстати, говорил вчера, на предыдущей сессии, реакции на то, что у нас возникает тотально урбанизированная Земля и как бы тотально урбаническое пространство и время. Вот. Это, в принципе, завершение тезиса, который когда-то предлагал Корбюзье, да, правильное и какое-то там грамотное, уравновешенное освоение всей непрерывной сферической поверхности планеты. Вот на самом деле оно произошло. Те островки незастроенности, которые у нас сейчас есть, да, это уже, в общем, по сути, заповедники и прочее. Это какие-то куски, которые сознательно оставляются в виде вот этого самого третьего ландшафта и так далее. И, в общем, это, конечно, очень мощное событие с точки, вот как раз этой мировоззренческой точки зрения. Это действительно некий апокалипсис. Когда это происходит, мы вдруг осознаем, что у нас нет ничего больше, кроме нас самих. Да? Это вот как бы до какого-то момента, может, представить себе какое-то количество существ, они вселились в какое-то сооружение и стали его исследовать. И вот, наконец, они его исследовали, они поняли, что они находятся в замкнутом мире, и что отныне им придется вечно жить друг с другом общаться и так далее. Вот. И мне кажется, что риторика этих проектов – это есть выражение чистого вот аффекта по поводу этого нового состояния, что все урбанизировано, все вот это вот бесконечность. Но мы не узнаем в этом себя, мы отчуждены от этого. Мы хотим быть как бы внешними по отношению к этому, к этой системе жизнеобеспечения. Вот. Наверное, на мой взгляд, он работает уже на этой поверхности тотальной урбанизированности, но он начинает следующий этап, а именно, каким образом мы должны ее дифференцировать. Возникает вот это разделение. То есть то, что он работает на этой поверхности, об этом свидетельствует сама формула системы расселения. В формуле системы расселения уже это как бы заложено, что рассматривается вся поверхность Земли и так далее. Вот. Но при этом эта ситуация не рассматривается как какой-то апокалипсис. Понятно, что надо как бы двигаться дальше. Дальше начинают эти первые разделения. Вот, скажем, Самнер, там Русло, Улежава – это женский принцип и мужской, но с этим можно там спорить, там, каким образом это там, с точки зрения гендерной теории выглядит и прочее. Вот. Но как правое разделение населения. Вот главная идея, никакой не мужской, женской. Нет, у него было то, что Русло – это сцена для какого-то, ну, какой-то активной самореализации, такого технического творчества, и там проходят какие-то жесткие процессы. А Самнер – это что-то мягкое, куда человек возвращается, как он выразился, зализывать раны и прочее, прочее. Ну, в общем, я не говорю, что это какой-то идеальный рецепт будущего. Я говорю, что сам подход… Само мышление, оно вот здесь на том уровне, который нам действительно нужен вот уже там 40 лет, да, и будет нужен еще очень долго. То есть на самом деле это мышление, которое открывает некоторую эпоху, вот, и наконец мы это поняли, мне кажется. Сергей, спасибо вам большое, что вы вспомнили про эти идеи Ле Корбюзье и идеи, ну, как бы некой тотальной урбанизированности пространства, потому что, когда я думал об этой выставке, об этом мероприятии, я вспоминал сказанное в какой-то момент по поводу другого проекта, который, как, ну, не знаю, может быть, мы потом еще спросим у кураторов выставки, как он выглядит в этом ряду. Проект, который появился, ну, примерно в то же время, «Линейный город» Майкла Грейвса и Питера Айзенмана, и по поводу которого некоторое время назад в рамках конференции, посвященной Майклу Грейвсу, кто-то сказал, что вот сейчас как раз то время, когда эти идеи, ну, можно было бы рассматривать как абсолютно практические, потому что масштаб строительства или там технологический масштаб, который был
заявлен в том проекте, нам совершенно доступен, мы делаем, ну, как бы ровно эти вещи, в смысле строительства, мы можем абсолютно сделать вот этот горизонтальный небоскреб Грейвса Айзенмана, ну, как бы это никак нас не затруднит, да? Вот. Ну, это дорого, но технически абсолютно реализуемо. И я вспоминал об этом еще и потому, что в этом проекте тоже было интересное сочетание двух видов языка графического. Это такой вот технический рисунок, очень точный, очень тонкий и масштабный для описания больших вещей. И ровно такой же, как вот сейчас представлен на выставке, рисунок рукой для человеческого масштаба, о котором вы сейчас, Сергей, заговорили. И вопрос, который в связи с этим я хотел задать, как такой, может быть, последний вопрос для обмена уже мнениями, это вопрос действительно о том, как мы относимся к этой ситуации, в которой мы можем теоретически, ну, и точнее уже практически можем все это делать. Да, эти проекты технически реализуемые, и в том числе там, с упомянутыми математическими инструментами, хотя, да, как было сказано, что ими перестали пользоваться, но они с тех пор только развивались, да, не остановились. Вот, то есть мы могли бы делать, мы могли бы проектировать на этом масштабе, но, как заявляете, как я понимаю, Сергей, вы, при этом при этих возможностях у нас совершенно отсутствует желание заниматься решением планетарных проблем планетарного масштаба или хотя бы странового масштаба. Ну, о чем говорили и там, например, вы, Андрей Владимирович, да, что вот как бы этот масштаб, этот интерес, он каким-то образом пропал. Что в связи с этим значит и что, как бы, что эта ситуация означает, если вы с ней согласны, и что НЭР нам в этом смысле может, чем она могла помочь, быть, как мы несколько раз об этом говорили, что, об уместности этой выставки, о своевременности этой выставки, как нам этот опыт мог помочь, чтобы этот конфликт разрешить, если он нуждается в разрешении? Конечно. Вы знаете, я вот как облучена этой идеей НЭРа. Я облучена ею на всю жизнь. И чем бы мы ни занимались, мы имеем все время с позиции идеального города, с позиции найти идеальное качество того, чем мы заняты. И вот это самое главное. По-моему, не надо думать, где вот наше будущее, мы сейчас построим будущее, не построим будущее. Надо просто, чтобы в душе каждого архитектора сидела вот эта идея идеального города, идеального пространства. И тогда все удастся. Вот мы с Гутновым сделали пешеходный Арбат. Это была совершенно другая идея, другая основа, чем сегодняшние пешеходные улицы, которые в основном отличаются просто тем, что их замостили, поставили какие-то фонари. Мы делали это совершенно с других позиций. Мы изучили рельеф местности, значит, изучили историю каждого буквально дома, изучили историю людей, которые там проживали. Понимаете, мы знаем, что, например, Арбат был определен шириной 22 метра. Это на самом деле решение было Ивана Грозного. Он определил, что вот эти все наши вылетные магистрали из Кремля ведущие, они будут 10 саженей шириной по сравнению с европейскими улицами, которые все до одной уже. А у нас вот так широко было, что все переулки будут 7 саженей, 14 метров. И вы сейчас пойдете и посмотрите. И так оно и случилось. И эти Ивана Грозного улицы вмещают все еще наш 21 век. Это же удивительно просто. Понимаете, когда все это знаешь, и парцеляции разбитые вот домовладения. Это все сделал Иван Грозный, понимаете? И нам все это досталось. И когда мы все это подняли, всю эту историю,
Мало того, мы встречались с историками, которые определили 500 имен было названо великих соотечественников, которые так или иначе связаны с Арбатом. Я все это знаю, меня это ужасно мучает, что все это еще не удалось осуществить, вот, объявить об этом, информировать прохожих об этом не удалось. Но тем не менее, наши улицы, поскольку мы ее делали не как просто вот, чтобы человек шел, прохожий, чтобы шел, а мы делали это как один из методов реконструкции исторической городской среды. Мы изучали среду, они, понимаете, не камни нарезали. Вот в чем дело. И поэтому больше 30 лет она уже существует. Я была на ней буквально позавчера, и там полно людей, и все идут, и она будет жить вечно. Там и художники сидят, и музыканты сидят. Вот. Поэтому самое главное, каждый в душе должен заняться поисками идеального города. А вот так построить его нам непросто. Мало того, вы представляете, Екатерина Великая привела в порядок и основала 1400 городов в России. Екатерина Великая. А сегодня вот Уренгой мы построили, и как там еще называется, Ханты-Мансийск, да, и все. А Екатерина, 1400 городов, и вспомните какие. Там еще Одесса, Николаев, там Днепродзержинск, вот эти вот шикарные города. Так что вот эта идея, которую Илья Лежава особенно, ею был увлечен до последнего дня своей жизни. Расселение населения, освоение этой территории, выстраивание вот этих русел, так называемых, коммуникаций, мощнейших коммуникаций, вокруг них вот эти компактные города, это было бы идеально. Но мы не можем никак донести до сведения наших властей, что именно так надо сейчас развиваться. Уже город Москву мы потеряли. Москва уже перестала быть компактным и разумным городом. Это уже действительно какое-то немыслимое образование, сошедшее сошествие всех народов, которые вокруг живут, вокруг России. Но осваивать страну совершенно необходимо. И эту идею мы должны все время продвигать. Вот. Да. Спасибо, Сюзи Васильевна. Не знаю, кто мог бы следующим, вот у нас есть этот микрофон, продолжить и сказать, да, что из идеи НР, мне вот эта Сюзи Васильевна очень нравится, что идеальный город должен быть у архитектора в душе. Да, вот. И я полностью как бы, готов был бы поддержать, рисовать. Как не архитектор. Правда. Иначе нельзя не рисовать. Ну, я не хочу говорить об идеальном городе, я только хотел бы отметить, что для меня этот параллель между Колхаса и Нера имеет значение. Это не параллель между Нер 1 или 1,5. По-моему, второй нер, самый важный нер, это городской нер. Это открытие, новое открытие города. И этот нер был тот, который влиял внутри института Генплан. Я тоже вспомню разговоры с Лешей в середине 80-х по поводу этих попыток. И я сказал бы, что, по-моему, параллель имеет значение, потому что у Нера и у Колхаса есть воображение не только в области архитектурной графики, но в области программатики.
есть новые, новые идеи по городским программам, и это, которые базировались не только на воображении, но тоже на способность наблюдать конкретные процессы. Для меня вот это может быть парадокс, но это суть наших дисциплин имеет способность соединять воображение и наблюдение, и мы найдем это во втором, во третьем, во четвертом нейре и в постнейре. Спасибо большое. У нас буквально осталось минут по пять вот для этих завершающих высказываний. Прошу прощения, что буду регулировать. А вот давайте дальше, кто хотел бы, тот и... Знаете, я несколько лет назад попал в Токио на выставку, посвященную 50-летию метаболизма. То есть были восстановлены все макеты, блистательно совершенно. Вот, да? Были сняты анимации многочасовые. Были собраны все документы, которые касались в той или иной степени этого явления. А всех документов этих было, на самом деле, штук 5 таких маленьких картинок, которые обошли все журналы, были многократно воспроизведены, и, в общем, ничего больше. Да? Даже какой-то литературы особой не было. Но больше меня потрясло там одно обстоятельство. Все залы этого гигантского пространства выставочного были заполнены людьми. И люди приходили до семьями, с такими крошками приходили, да, и проводили там многие часы. Это были жители Токио, и многие приезжали из других городов. Я там встретил приятеля, который специально приехал со своей семьей из другого города. Это было предметом национальной гордости этой страны, вне всякого сомнения, и предметом, который, в общем, никого не оставлял равнодушным. А это был их вклад, и одновременно это было частью их культуры. Они это отчетливо осознавали. И вот я мечтаю о том, чтобы что-то подобное, наконец, да, в нашем Отечестве как-то тоже, да, начало бы как-то возникать, появляться и так далее. Потому что действительно с какого-то момента, те же 60 лет тому назад, произошло непоправимое совершенно. Город стал пространством для вот этого самого строительного комплекса, кого угодно. Городам был нанесен невероятный совершенно ущерб. Города оказались, в общем, разрушенными, деформированными, уничтоженными и так далее. И, к сожалению, глубокому, в общем, этот процесс, он не был остановлен до настоящего времени. Более того, он набирает силы, набирает обороты, он приобретает какую-то, так сказать, свою, в общем, свою какую-то... свои очертания. Понятно, откуда все это, да? Да, понятно, как это. Это, в общем, модель не европейского города, это модель скорее американского города, который, ну, еще вдобавок подтверждена всеми этими замечательными документами вроде нашего, значит, градкодекса, но она абсолютно никак не реализуема на российском пространстве. Понимаете, американский город может выдержать все, что угодно, любую архитектуру, любую глупость и прочее, потому что американский город – это вот эта сетка, которая здесь была у Кулхаса, и весь город – это именно эта сетка. Весь город. Я, не знаю, 20 лет, 30 лет тому назад увидел в Чикаго сдвинутый огромный такой щит на дороге. И я понял, что Чикаго – это не дома, да, это не ландшафты. Это вот эти дороги, которые представляют собой просто коллекторы, под которыми в несколько этажей идет все то, что называем инфраструктурой. Да, идут вот эти пайпы бесконечные, там, да, наложенные, переплетающиеся одно с другим и так далее. Это то, что делает город, гарантирует его целостность, абсолютно его устойчивость и прочее. Европейский город выглядит иначе. И на выходе, да, и там можно делать все, что угодно. Но на выходе мы получаем два разных результата. Или Париж, или Нью-Йорк. Но путь Нью-Йорка для российского города чрезвычайно хрупкого, в общем. Да, очень специфичного, очень в чем-то несовершенного и в чем-то очень-очень такого
Я имею в виду законодательную базу прежде всего и тот тип отношения, который сейчас в отношении этого города воспитывается. Значит, надо как-то, видимо, осознавать, где мы и так далее. Я тут не могу все-таки не выступить в защиту Чикаго. Чикаго – это самый парижский из американских городов, он очень красивый. Ну да, так тоже делить. Я бы добавил, возвращаясь к этой аналогии между Нэром и Кулхасом, безусловно, Рэм Кулхас – это архитектор с теоретическим глазом и теоретическим умом, но все-таки это разные для меня фигуры, и вот так, если взглянуть там на 90-е и поговорить еще немного о вот этих симптомах, о которых я в основном хотел говорить, симптомах цинического разума, то в 92-м, по-моему, вышла книжка Фукуямы «Конец истории», да, а в 94-м в своем тексте «Город генерик» Кулхас провозгласил конец истории города. То есть все как бы больше... Нам тут делать нечего, все эти наши благие пожелания, вот, они ходом исторического развития сделаны безосновательными, ну, с его точки зрения. И в этом смысле он, конечно, для меня представитель вот этого следующего уже, конечно, поколения, ну, или, может быть, европейского, скорее, да, менталитета, потому что, ну, как бы все погибло, остается только развлекаться, смеяться. Ну, такой немного пир во время чумы. Вот как бы пафос этой архитектуры, на мой взгляд. Я не знаю, может быть. Я прошу прощения, я не сказал довольно важную для меня вещь. Я думаю, что говорил, не знаю, вчера или еще кому-то говорил, что, в общем, эпоха больших городов, она прошла в мире. Ее больше нет. Города, который всегда строил свою идентичность на... противопоставленности деревни, вот этого города в мире нету. Все, об этом надо забыть. Но наша публика, она живет еще этим переживанием этого большого города, в силу того, что у нас он еще сохраняется глубоко. У нас сохраняется этот разрыв между городом и деревней, у нас нет вот этой ткани, которая заполняет этот разрыв, да, который именуется пригородом или собербией и так далее, где, в общем, обитает сегодняшний мир, на самом деле, да. И вот эта непрерывность, она весьма-весьма характерна, и, к сожалению, она у нас отсутствует. Мы продолжаем культивировать. Нэр тогда один из немногих отечественных ответов на эту ситуацию. Да, разумеется, да, конечно, да, потому что, в общем, на выходе они должны были получить нечто объединяющее город и деревню, создающее вот эту какую-то гомогенную, сложную и так далее среду. Да, Жан-Луи, вы хотели добавить? Я только хотел сказать, что нельзя смотреть на бывший Нью-Йорк как модель или как параллель. Это надо изучать современные города и не старые системы, и можно что-то о них изучать. Да, спасибо большое. Михаил Германович, хотите сказать, да, что из уроков Нэра или из наследия Нэра вам казалось бы... Александр, я очень люблю афоризм выдающегося советского архитектора Якова Чернихова, который говорил: «Меньше слов, больше графики». И еще один момент, понимаете, конечно, мы прежде всего преклоняемся перед тем, что они сделали, но я бы сказал, что я еще очень уважаю это поколение вот этих отчаянных молодых, я их для себя по-прежнему называю градостроительных диссидентов, потому что они искали, понимаете, в застойном советском мире они что-то искали. Ищите, друзья, ищите, это же очень интересно. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Ну и что, Олегу Артемовичу мы предлагаем тогда какое-то завершающее слово сказать по этому поводу. Спасибо. Ну, просто наше мероприятие сегодняшнее, да, подходит к концу. Уважаемые участники симпозиума, и оно последнее в этом нашем трехдневном симпозиуме. И я хотел бы, ну, во-первых, просто от лица не только там нашего, но и от вашего поблагодарить всех тех, кто организовал это мероприятие и эту великолепную совершенно выставку. Да, сказать им большое спасибо и наградить их какими-то аплодисментами. Да? Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. И еще я хочу сказать, что... Конечно, тематика работ НЭР необыкновенно важна, потому что, как мне представляется, она глубоко, далеко не полностью как бы исчерпана, как бы все то содержание, которое можно здесь черпать. Мне кажется, как бы, что
для высшей школы урбанистики, которая имеет к этому отношение, самое важное качество работ нэровских, то, что в конечном счете они породили, как бы на самом деле, работы Алексея Гутнова, которые там вылились в такие книги, как «Эволюция градостроительства», и в тот эволюционный, системный, средовой подход, который на сегодняшний день является актуальной рамкой восприятия и изучения города. И вот это мощнейшее наследие. Это гораздо больше, чем некоторые конкретные вещи. И это видение, которым мы сегодня в той или иной степени владеем, которое мы будем передавать, и от вас будет зависеть, как будет выглядеть город завтра. Поэтому, когда мы сетуем про то, как бы, что то, что мы хотели, выглядит не так, как мы хотели, это нормальная ситуация. Потому что и работа НЭРа, и то, что мы делаем, там, пытаясь внедрять какие-то новые теоретические или методические положения, и даже там, принимая нормативные документы, как бы, так сказать, разрыв между тем, что мы пытаемся сделать, и то, что делается, всегда будет существовать. И это тоже часть доли архитектора и градостроителя. Это нормальное явление. Важно то, что у нас с вами есть шанс еще раз встретиться вот на таком мероприятии, где предметом этого рассмотрения будут уже ваши работы. Большое вам спасибо за участие в этом симпозиуме. Спасибо большое всем участникам. Я при этом добавил бы, что возможность встретиться прям совсем не с горами, а в конце января и начале февраля, да, по поводу результатов семинара, который завершает этот проект, где уже, собственно, молодые люди, да, представят какие-то свои представления и о будущем города, и о будущем архитектуры. Большое спасибо всем, и участникам, и слушателям, и, безусловно, организаторам и выставки, и симпозиума.